пришла забирать свой заказ с Валберс. Честно говоря, даже уже не помню, что я там заказывала. Сейчас посмотрю. Так, все буду открывать. Суп деревенский, 5 штук. Не знаю, я уже, в принципе, все купила. Так, это кушон. Здесь плохое освещение. Так, что там? Брелок такой для автоключей. Так, это я купила в Фикспрайсе, потом вам дома покажу. Так, это тонировка для фар. Так, и это балетки. Сейчас распечатаю, покажу. Такие вот балетки. Я заказывала их в 37 размере. Были велики. Пришлось перезаказать 36. Какие-то такие помятые все пришли. Перегнутые. Сейчас буду их примерить. Вот такие мягенькие на ножки. Да, наверное, я заберу сейчас второй. Я на каждый день. Так, наверное, заберу. Так, смотрите, какой красивый большой зонтик. Он просто огромный. Даже не знаю, сколько он по диаметру. Я с удовольствием, если забрать можно. Тоже, наверное, заберу. Да, да. Так. Вот такой автомат. Вроде крепкие спицы. Спицы нигде не шатаются. Металлические. А я вот здесь. Я уже дома, пришла, все распаковала. И давайте по порядочку вам быстренько расскажу. Сегодня без таких подробностей, сколько раз купили, какие оценки. Думаю, вам не очень это интересно. Так, вот такие вот балетки, я их решила забрать. Очень удобные, такая вот стелечка мягкая. Ну, мне вот в отпуск ехать, мне надо были балетки. Такие легенькие, поэтому вот забрала. Как я говорила, заказала сначала 37 размер, они были мне совсем большие, поэтому перезаказала на 36 и забрала. Вот такой вот верх лиф от купальника взяла тоже отдельно. Плавки у меня есть черные. Понравилась вот такая вот болотная расцветка. Померила тоже на пункте выдачи. Очень удобно там застегивается. Вот такая вот застежечка. Все аккуратненько сшито. Широкие шлейки, регулируется. Так, если интересно, сейчас скажу, какой размер. Размер 36. Вот, цвет горчичный. Так, на сменку будет мне вот такой вот верх от купальника. Так, потом такой кушон я взяла с авокадо. Не знаю, ни разу не брала. Почитала отзывы. Очень отзывы мне понравились. Так, вот здесь вот такой идет спонж. В таком вот пакетике.
Так вот открывается. Так, и смотрите. Сейчас вам покажу. Вот такой вот он. Не буду уже спонжик мазать. Сейчас покажу, как он на коже. Если у меня получится. Нет, надо телефон куда-то поставить. Так, потом с вами протестируем. Так, закрою пока. Вот. Немножко он в чем-то, в каком-то пуху. Неважно, все я почищу. Такой очень мягенький, приятный. Так, забрала тоже этот зонтик. Кстати, недавно я брала зонтик на Валберес. Черный брала. Был он чуть-чуть поменьше в диаметре. Так, здесь я вам потом приложу картиночку, какой он в диаметре. Так, вот, зонт женский розовый, металл, пластик, полиэстер. Так, и что я хочу сказать, две спицы в том зонтике уже у меня сломались. Он был тоже автомат, этот автомат. Взяла вот такого плана, попробую, насколько долговечен этот зонтик. Так, такой вот брелок для автомобиля, я вам уже показывала на пункте выдачи. Так, еще взяла вот с собой суп деревенский. В упаковке было 5 штучек. Его надо варить 10-20 минут на литр супа. Здесь способ приготовления. Все есть на упаковке. Не знаю. Буду пробовать. Так, это что касается покупок Валберес. Потом я еще зашла в Фикс Прайс. Взяла вот такие вот влажные салфеточки, 20 штучек я брала, очень хороший размер, не буду сейчас вам открывать, они большие, тоже это мне для дороги. Так, и взяла еще в Фикс Прайсе вот такое вот мыло, антибактериальный бренд, не содержит триклозан, двойная сила против бактерий, ультразащита. Здесь 90 грамм. Рубль 50 он стоил. Салфеточки по рублю. Так, вот такой набор маркеров по 2,50 я взяла для работы. Так, и такой вот контейнер с крышечкой, которая закручивается, тоже взяла. Мне показалось, что очень удобно. Возьму с собой в дорогу и кашку заварить. Ну, короче, нормально. Вот, 0,66 литров. Он стоил контейнер рубль. Так. Ну, вот, пожалуй, на сегодня все мои покупки такие небольшие. Чуть попозже протестируем с вами кушон. Так, не все еще показала. В универмаге шампунь-кондиционер взяла шелковицей. Защита для непослушных волос. Так, 500 грамм здесь. Вот, 5,43. Попробую, никогда не брала. Потом взяла молочко для тела. Мне надо и с собой взять. Такое вот наше белорусское Витекс. А, нет, Белкосме. Белкосмекс. Так, 9,05. Здесь 250 грамм. Понравилось мне тут это описание. Легко впитывается, увлажняет, измягчает кожу, легко наносится, быстро впитывается, делает кожу мягкой, бархатистой, идеально для ежедневного ухода. Так, экстракт овса, кокосовое масло и мочевина. Мочевина? Ладно. Так, ну вот, теперь, пожалуй, все.